места перехода 5 тысяч. А первоначально 7 тысяч, да, набирали? Thank you.
Mike, contact München 125, decimal 875, goodbye.
домашних рабочих красные. И идем на конфедерацию. Да, да, пошли, просим. Все это давай. Удовлетворим уже. Так, а здесь можно зайти сам. Thank you.
still inside. Thank you.
up here? Yes. The toilet? Go in. Uh-huh. To get to the toilet? Yeah. Down here? That's the toilet? The toilet is over there. Down here? Down here. Fantastic. It's a nice place to sit here. Yes, there is a place, one of our persons sit over there.
Аэропорт Лейпциг. Воскресенье, 4 октября. Погода замечательная. Легкий ветерок, где-то градусов 15. Мы готовимся лететь. Многие могут сказать, что я к своему возрасту в летном отношении много добился, летаю на самом большом самолете в мире. Но я считаю, что мечтать надо продолжать в любом возрасте, стремиться к своей мечте. Потому что мечта, наверное, это движение, а движение – это жизнь. 16 лет назад я первый раз сдал зачеты, и потом ежегодно их сдавал и проходил курсы повышения квалификации. И мечта сбывается. Самолет Ан-22. И именно на нем я сегодня выполню свой первый полет на этом типе самолета. Самолет очень интересный, с интересной историей. В 1965 году, в феврале месяце, этот тип самолета впервые поднялся в воздух. Его называли, и до сих пор некоторые называют, сотка. В нашей классификации он называется Антей, а мы его иногда ласково называем Громозека. А по натовской классификации его называют, краще украинскую, пивень. Самолет производился в течение 10 лет, с 65 года по 75 год. Было выпущено всего 68 самолетов. Этот конкретно самолет называется AN-22A. И он имеет заводской номер 0509, то есть 9-й серии. На данный момент в мире 4 летающих экземпляра. Один у нас. Ну, из интересного, что про него можно рассказать, существовало три вида Ан-22, три самолета, которые имели трехкилевое оперение. Специально этот самолет был создан для того, чтобы перевозить на спине крылья и центропланы для самолетов «Мрия» и «Руслан». Интересный факт. Люди, которые летали на самолете, Ан-26, знают такой факт, что для борьбы с обледенением на блистере штурмана применялась специальная противообледенительная жидкость, и ее имелось на борту 2,5 килограмма. Так вот, на этом самолете, когда сверху возили крылья и центропланы, имелось 800 литров специальной противообледенительной жидкости. И что самое интересное, каждый раз, когда перевозилось крыло, самолет умудрялся попасть в небольшое, но обледенение. Поэтому вся специальная противообледенительная жидкость расходовалась. Интересно. Видим, что самолет произведен в Ташкенте. Я уже сказал, что его серийный номер 0509, и он произведен в 1975 году. То есть на данный момент самолету уже 46 лет. Самолет имеет вот такую три ряда колес. Колеса огромные. И что особенность у них, они имеют возможность автоматически уменьшать давление, могут уменьшать давление, увеличить давление в зависимости от цели. На бетонном аэропорту давление, конечно, побольше, а самолет еще может выполнять посадку и на грунтовых аэропортах. Недавно он летал в Мали, ГАО аэропорт. Ну и в прежние времена очень много выполнял посадок на грунтовые аэропорты, что самолеты такого класса не могут делать
больше никакие. А сейчас ждем приезда экипажа, будем заправляться и готовиться к полету. Это двери входные. Прибыла бригада. И торжественное открытие самолета. Практически сейчас посмотрим, как в квартиру. И все. Заходи. Никаких сложностей, никакой гидравлики. Все просто гениально и замечательно. Подъехало топливо. И сейчас будем заправляться. Лететь недалеко, поэтому общая заправка будет 25 тонн. Открываем заправочную штуку. Готовимся. Надежно прикреплено. Начался процесс подключения топливозаправочного шланга к самолету. Мы видим, что уже заземление подключено. Так происходит заправка топливом. На щитке мы видим номер рейса, бортовой номер самолета. И вот побежали циферки в литрах. В Америке заправляют в галлонах. Вот так. Пока тишина. Идем в кабину самолета. Посмотрим, как тут все устроено. Тут надо идти вверх. Тоже аккуратно. Места для отдыха. Столик. Ну и сама кабина. Первый полет я постою сзади в качестве наблюдающего летчика. Ну и затем два полета следующих буду за штурвалом. Кадры из фильма. Прибытие экипажа на самолет. Подъезжает. Восторженные возгласы. Ура! Начинается выгрузка. Значит, менеджер, ключник. Маски как положено. Докладывайте. Докладывайте. Я понял, я видел, с ним познакомился в аэропорту. Самолеты редко, но летают. Сейчас забирают вещи и будем готовиться к полету. Буквально через 10 минут начнем буксировку. Техники готовят его к вылету. Снимают заглушки. Будем готовы. А в это время нас посетил наш Руслан. И будет заруливать на стоянку недалеко от нас, но не на расстоянии пешего перехода. Процесс запуска ВСУ. Поехала. Время пущено. Стрелочка побежала. Растет температура. Я же без парашюта. Давление да. 9,9. Хорошо. Ветер 220 градусов, 19, порывы 29. Бодренько. Сколько им лет? Да, а они запускаются. Лучше, чем на Руслане. Ну вот, замечательно. Шикарно. Практически запустились. Ягач приехал.
пробки продолжается. ВСУ шумит. Идем. А здесь уже разгружаются наши коллеги. Пунктировка практически закончилась. Останавливаются. И отпускают тягач. Водила отстыкована, сейчас будут грузить. Все готово. Процесс руления. Antonov Airlines, 6 1 2 6 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5
Снижаемся по маршруту, будем заходить с севера и дальше по схеме на 28-ю полосу. Слева видим парижские аэропорты. Посадочный.
25 опускается. Смотрено, кстати. Выпускается, вот выпущены. Скорость устанавливаем. Меньше 300. Минут 300. Продолжаем работу. Поэтому немного штурвал ходит влево-вправо. Посадка разрешена, карта включена. Полоса по курсу. Продолжаем снижаться. Идем высота 150 метров. Барышня читает. После завершения рейса Лейпциг-Вотри, Париж. А это даже мы в расписании местного аэропорта присутствуем. Полет завершился. Экипаж собрался в брифинг-руме. И пишут пожелания Дед Морозу. Как в фильме, как «Человек за бортом», по-моему, называется. Сейчас напишут и пойдем.